Красном море куча рыб. Вот рыба. Так в целом отдых в Израиле понравился очень. Сейчас я в этом, как его называют? Дельфиновый риф называется. Дельфиновый риф. Там дельфинов снимали. Нет. Дельфины там плавают. А здесь на этом пляже нет дельфинов. Дельфины огорожены. Здесь рыбки маленькие плавают. Ну, кормят хорошо здесь. Завтра улетаем уже обратно в Питер. Кормят хорошо. На ужин вообще шикарный. Шведский стол там. Куча мяса всякого. Вообще классно. Стейки есть. На экскурсиях автобусных очень понравилось тоже. Классно было. И автобусные экскурсии в Вифлеем, в Иерусалим. Потом еще в этот в парк национальный, там, где такой горный, так вот рыба. Ну вообще классно. В Израиле хорошо, что отдохнул в январе, при этом. Вот я сейчас в январе нахожусь в море, в Красном. Красное море. Вообще классно. Сейчас поплавал, сейчас пойду сохнуть. Потом, может, опять поплаваю. Вот. Но здесь тепло так достаточно. Ну, на самом деле холодно. Холодный ветер. Но для января очень тепло даже так.